повторяем вот такой макияж. Мне кажется, уже повторили его просто все, кому не лень. А мне было лень. Для начала нам нужно заклеить то, что нам мешает. То, что он прилипает к волосам и снимается вместе со скальпом, так должно быть? Пипец, я выдрала себе пол башки. Лучше бы пол подбородка. Нормально, только дышать не могу. Праймер для глиттера. Он у меня немножечко сломался. Там спонжиком. Пигмент для ногтей и салика. Ну, сейчас, девочки, будет полный пержимонокль. Наносим розовый. Блин, как ярко. Напоследок мы добавляем ярко-желтый. Давайте пробовать. Ауч! Снимать. На всякий случай я уже заказала гроб онлайн. Ждет меня в пункте выдачи. Тур пирожков. О, капец, аж глаза подслезываются. Ну, слушайте, ну, по-моему, ровно. А, там брови. Вы видите, у меня слеза. Хорошо. Ой, почему у меня верх такой кривой получился? И вот такой результат. Обязательно пишите в комментариях, как вам такая черепашка-ниндзя после пиццы.